Чихуахуа. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рома, и, как я и обещал, отчетное видео Свитфеста. Скажу сразу, на мероприятии было очень громко, на записи голоса практически не слышно, поэтому мне придется отдуваться перед вами немного другим путем. Как-никак я обещал снять видео о этом мероприятии, поэтому получайте! За все то время, пока длился Витфест, я успел познакомиться с огромным количеством ютуберов, а у одного из них даже снялся. Экстра Бау, с вами Легей, и вы смотрите самый народ топ в мире, топ-5, дай 5! Игорь, хватит! Экстра Бау! Let it go! Let it go! А мне сейчас, короче, подошли и подарили вот такой вот рисунок. Я его еще сам не видел, но... В общем, на этом наш ролик подходит к концу. Я надеюсь, то, что вы не заскучали, пока его смотрели. За весь отснятый материал спасибо огромное Алине и мне, Роме. И я опять же надеюсь, то, что если вы все-таки досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. На то, чтобы записать этот ролик, ушло много времени. На то, чтобы смонтировать его, ушло тоже порядком дохренища времени. И поэтому я надеюсь, то, что он вам все-таки понравится. Ну и как обычно, куда же без этого. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и Витфест. Всем удачи, всем пока. Пока.